пиццы, а на Твиче нет. Все очень просто. Сейчас расскажу. Просто на Гохе, на странице стрима, она очень загруженная. Плюс там чат довольно-таки лагучий и очень сильно жрет время процессорное. Поэтому лично у меня на моем компьютере, когда я открывал свою страничку на Гохе, она жрала мне 13%. Ой, не забывай про кота. Ну ты же почпокаешь, если что. А вы понимаете, 13% на моей машине это просто жесть. То есть более-менее какая-нибудь, кстати, там, машинка будет 50 уже набьюна. Кто пятый? Я пятый должен прийти на бьюна? Пятый. Пятый? А, кажется, я влез вообще. Это ты влез. А ты влез? Ну да. Давай ты влез. А чё, конь потанчить не хочет? Я так на лайн вообще банку купил, что-то нормально. Уж у них тень есть, оказывается. Угу. Ты аккуратнее, кстати. Ну ты же банку купил. Ну да. Надеюсь, я ее сбил со следа. Видимо, сбил. Она растерялась, да, не знает, что делать. Не, я сделал вид, что я пошел в верхний лес, а сам завернул по кругу и зашел в тот же. Комбинатор прямо. Она, походу, пошла меня в тот верхний лес чекать. Витя, баюн, давай 30 секунд. Ну, 30 секунд, это еще долго. Давай, ФБ, давай, сейчас отдаст наш. А вот и тень заходит сейчас ко мне в лес сюда. Первая кровь. Почему я не удивлен? Так, еду на баю. Здесь, скорее всего, тень уже где-то тусит. Давай, фаст, фаст, фаст. Вот они. Там Буйру. Блин, меня кусают. Со всех сторон гады, прикинь. Ага, во, лезут. Ты подойди к этому, к варду-то. Давай, давай, таракана. Отлично. О, Мойра опять. Да куда шкался, говорит? Тараканы. Там так-то. Все, пол победы, да? Отлично.
Так, у меня первая ульта появилась. Давай, аму можешь забрать или Мойру. Да я сейчас пофармлю. Меня будут забирать, кстати. Нижний лес. Слушай, у меня топор просто не прокает, и все. Тетя ама заждалась прямо. Мы ее не убьем. У меня штанов нет еще на этом. А хотя у тебя есть стан. Согласен, сейчас приду. На блин тратила. В принципе, я на блин развести. Нет проблем. Еду уже к тебе, смотри. Ты в стороночке постой, сейчас я ее разведу. Подожди, подожди. Ой, блядь, свернулась, прикинь. Давай, Витя. А, подожди, стой, у меня игра свернулась, я же не заметил, он курица в КД ушла. Да-да. Сейчас разведу. А под башню. Витя, у тебя же яйцо есть? Есть, конечно. Че? О, Витя, ну где ты? А где она? Фига она ушла. А где она? А у нее инвиз. Да пипец. Блин, у нее это сработало, грань или как она. Я что-то сам растерялся. Чем дальше-то, блядь? Все, надо было исчезнуть. Тоже. Да я забыл. Я далеко от яйца ушел куда-то, оно у меня за раз прошло. Пошел, меня ему карманул, короче. Сам просил. Блин, ну я тебе про яйцо-то зачем спрашивал? Ну видишь, как неудачно так получилось. Сам виноват. Сейчас все будет. Ну не я, ты, конечно. Чем а ну да, скажи. Ведь видите, спрятайся, я тебе крипу сейчас уйдет. Там под куст, залезь. Ты какой? Ну что, зато дали шанс. Она теперь вылезать не будет. Вообще сыт. Да я лучше качаться сейчас буду. Будет. Ну, Дим, ну. Так сейчас вот будет. Ладно, иди, иди, я сам заберу ее. Я, иди, блин, иди. Лучше бы взял бы станищую ульту и 100% забрал бы. Так фигня какая-то. Вообще все четко было. Ну ты посмотрел бы, что у нее фигня такая есть. Что-то я даже не посмотрел. На самом деле я сам удивился, то что она исчезла. Баюн еще не скоро будет. Через минуту только. Мисс Клик, блин, и этого вызвал. Дурка своего. Всё, ладно, я не пойду к тебе, Ганга, здесь фигня какая-то все время происходит. Мистическая. Лес стоит весь. Вот я о том же. Кипишь там, кипишь, баюн. О, баю, баю, бай. О, бегу, бегу. Вон тень тут. Глаза не. Чуть пониже, блин, этот придурок взял и толкнул, короче, не туда, куда надо. Сейчас, сейчас все будет. Долбанный ты жирный краб. Я стырил. Ага. Там ваш. Все, ловим его, ловим, так ловим, ловим. Где? Вон он. Ты у тебя был.
долго ловили, блин. Стерлись за кем-то. Вард насчитает. Мяма опять готова. Знаю я твою готов, он тебя убивает. А нифига они, звездопад, все заюзали. Тень без хп, тень без ульты, без всего, короче. Там у нас хака плохо выключился. Меч почему-то кента перефармливает. Это нездорово. Ситуация. О, стремло, Вить, забирай и давай ему. Давай его поймаем. Да там их несколько. А как? Почему? Я же ультанул в нее. Прикинь, ульта не прошла. Ну, Витя за мной бегут. Витя, help. Я вижу. Ты работаешь приманкой. Да. Плохая с тебя приманка. Быстро умираешь. Угу. А у тени прям гран шанса, блин. Плюс 500 здоровья, ни хрена себе. Тени? Ага. Там победитель стоит просто. Это, медалька. Ассист. А-а-а. Ну чё ж так не вовремя, бро. Ну как ты знаешь, что-то я даже не подумал. Иди забирай весь лес. Нас никто не толкает. Ну, так он у нас стоит только, да. Два что ли сбил? Вард сбил, да. Опять у тебя. Ох, нифига там движуха. Сколько их пришло. Чё, ребят, как-то? Прям новый пути ты пошнусь. Почему у меча такой уровень здоровый? Чё там хак творит? Ну, тень-то выжил. А, нет, тень не выжила. Это злая ситуация вообще. Круглый, говорит, качай только силу. Девятнадцатая, что-то точнее здорово. Не заколебали меня ганки, что такое? ГПшечка. Странно. А как же тогда на бою нет? А... У них там варда нету. Как он-то телепортнулся туда прям точно в тот момент, когда ему надо было? Или ему прям повезло? В втором бою не. Так, у нас по лесу кто-то прошел. Осторожно. В бою. Баю-бай. О-о-о-о.
собирают. Тут откуда здесь взялся? Да меч-то откуда? Гренит, как из-за этого. Да пипец. Влазит. Откуда меч-то здесь? Че с мочью? А. Лети-ка, не баба. Или она. А, она уже летала. Да. Что-то вообще беда какая-то, ребят. Месяц 4-0-3. Офигеть. Кто его так расфидонил? Витя, ты не умеешь стилить, да? А чё, я вот подпрыгнул и даже ультануть не успел. Не ультанулось почему-то. Сейчас я проверю, ну-ка. А да, аму как-то забрать. Да что ж, все дохнут-то где-то. Да, это где? Понял. Там меч 21-го, чё, гоните? Он нас один всю тему. Да вообще жесть, а нафидонил его кто-то, жесть. Я говорю. Кто там вот с ним стоял с мечом? Откуда он вообще такой прокачанный? Кент. Ну как можно кентом мечу отдаться-то? Все тпшится что-то ко мне. Нифига там меч. Чего там за место опять устраиваете, а? Ну вот и проиграл, ладно. Не, ну это вообще непотребство какое-то. Хака. Шестая строка уже, блин. Хака. Хака 1-6, елки-палки. Ну как меча так фидануть, я вообще не понимаю. На кенту. Ну, силовой, что ли? Да нет, вроде разумный. А где хоть бафы-то? Бегу, давайте всех убьем. Идут. Есть ТП-то? У меня да. Мастерский штурм. Ульту даже слили, чтобы позволить амазонке убежать, прикинь.
Мойра сама. А, гадина. Все равно все плохо. Ну да. Нехорошо, скажем так. Что-то какой-то бак маленький, 36 под мощью. Тоже мощь крутой. Боюсь, они все сюда идут. Ты куда пошел? Где? У нас коня нет, куда вы лезете? Ой, ну что же он творит? Пец. Долбанный кентавр. Ну зачем он это делал вообще? Это же очевидно было. Больной какой-то. Все. Чем лезете? Ну блин. Маленький бы замес дали бы, минус 5 бы сделали. Вот у нас стоял, все стояло. Почему вы не стили? Был бы шарик нормальный еще. Даже бы тупо бабу конь бы закорнил и кент ультует на мощь, ну и все. А нафига он ульту сливает в никуда, во-первых. Во-вторых, просто еще так стоит, там очевидно, что сейчас ему зайдут и в бочень напихают. Как так можно вообще позиционировать себя? Просто жесть. Давай я ему по-быстрому, пока у нее бессмертие не откатилось. Видь. Мастерский штурм. Сразу бежать. Нет, ты где? Иду, иду. Блин, опять эта фигня не сработает. Ходим. Сейчас здесь гоп компания появится. Сейчас в нашем... А, вон мечник внизу. Они там все, что ли? Там меч и тень внизу. Так, и краб внизу. Да, видите, ТПшница. О, Мойра здесь. Мойра подловила меня. Подловила меня тоже. Он что, ждал, когда пока кто-нибудь умрет, чтобы написать? Угу.
Если бы ульта сейчас у нас грамотно уйдет. Меч. Сука. Ой. А ама-то ушла, что ли? Ну да, у нее осталось там чуть-чуть. Блин, вот красиво сейчас все сделали так. Ну да. Куда этот пошел? Я, сейчас сам пока ты отрегенится. Там регини. Че, дамаги нету вообще? Верхний надо. Ведь уйди, сейчас тебя примут. Три верхний глиф. Без башен. Жуть. Нова. Шар забрал. Слез голый. Да, конечно. Что там? В нову забрал. Сейчас ему там устроят, блин, кучку на мать. Боюн, кстати. Где конь-то? Ну я бы не тратил на теньку ульту, конечно. Теньку вышибли. Демон накажет их. Эх, меня сейчас накажут. Давай, Дима, демон, наказывай. Но я танчил как мог. Меня грызет, меня что-то грызет, ужасно грызет. Мне больно. Тенька родилась. Нет, рано что-то. Какой драк нафиг. Притолкнул. Там вард. Они на меду оба. Они драга толкают, то есть нет. И нет, не лезьте. Сейчас вылезут из кустов. Понятно. Понятно. На кента лезут.
ушел. Ушел, отлично. Глифы нам нужны, глифы. Не на драк, что ли? Да. Блин, они очень быстро вниз. А как так меня Ама-то убила? Вот повезло ей с критом каким-нибудь. Да. Все, они выиграли. Че, у нас кента, что ли? А, не, вроде кент был. Ну, просто не повезло. Правильно начали. Ну, так. Оно всегда так. Да назад, сейчас тебя встретят там. Беги. Пусть на это яд сдохнет, нет. Вот это маленький яд должен быть. Так. Глифы нужны, глифы. Тут невидимость снизу. Так, надо, чтобы Кент давал баф. Потому что я так понял, мы без хитры зашли вот эти. Да, мы зашли без хитры. Подтягивайте всех, драгу. 10 секунд как раз на ульте, все четко будет. А завардить вверху. Ты. Нашли меня. О, отлично. Да. Нас ждали вообще. Все, ГГ. Ловили. Чей под мощью был? Да боже такой, вместо того, чтобы в зуме сидеть, надо было туда идти тоже. Хотя он нам не помог. Понимаешь? Глаз нету просто никого. Я ваты, от меня толку. Ну а что ты попёрся? Ты ваты нет, стоять на драконе. Главная ошибка была то, что меча нафидонили. Все. Все остальное терпимо в этой игре было. Ну все, а что они сейчас пробивают, базуются. У меня здоровье меньше, чем у башни. Паша. Слишком много лажи было. Нормальный бой. Не, нормальный бой, но слишком много ошибок. Если бы не делали бы ошибок. Типа, притом элементарных.